Всем привет! Сегодня получил посылочку с телефоном Sony Ericsson Aino U10. U10 точно. Пришел в такой вот, конечно, не очень хорошей коробочке. Я думал, будет фирменный, как всегда. Но ошибся. Пришло в обычной картонной коробке. Из комплекта здесь положили всего лишь зарядку. И все, больше ничего не перепало. Раньше хоть наушники, там USB кабель вложили, а тут вообще. Так. Посмотрим сейчас сам телефончик. Так, ну телефон хорошо выглядит. Телефону претензий нету. Выглядит все отлично. Так, сейчас включим. Если не разряжен, конечно. Сейчас еще раз посмотрим, что тут все представляет. Все вроде работает нормально, видео показывает. Всем пока.